Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Сегодня мы будем играть в МТА Провинция, в принципе, GTA Провинция, кому как удобнее называйте. Итак, я сегодня на грузовичке буду, покажу вам, в принципе, подработку, кое-какую, давайте мы проедем, в принципе, до того места, где нужно устраиваться. Итак, вот, в принципе, это место, это стройка у нас получается. Так, давайте ремень отстегну я. Я уже сделал, короче, 15 ходок, короче, сделал на этом грузовике. Давайте закончим работу. Конечно, я здесь не очень много заработал, но заработал. Заработал я около 9000, короче. И смотрите, здесь можно устроиться, либо таскать ящики можно, либо заниматься перевозкой стройматериалов. Это очень круто. Да, пацаны, я не забил, если что, на провинцию. Мне все равно нравится этот проект, он очень даже классный. И я хочу здесь играть, как бы, с вас на лайки, пацаны, за провинцию, потому что мне этот проект очень нравится. Как вы просили, я сделал звуки, чтобы было слышно, но не знаю, они будут тихие или громкие. Надеюсь, они будут не громкие. Я на самом деле советую вам устроиться, не таскать ящики, а возить груз. Да, там не сильно много платят, но за час можно заработать около 10 тысяч, наверное. Давайте я, в принципе, устроюсь перевозчиком стройматериала. Все, я устроился, в принципе. Теперь нам нужно просто пройти и выбрать какой-то из грузовиков. Да, в принципе, вот этот грузовик, я на нем работал и сейчас снова буду на нем работать. Так, садимся, короче. Это у нас зилок. Зил, в принципе, 130, или как он, как-то так называется. Так, давайте ремень присягну, чтобы у нас ничего не пикало. Здесь можно также еще работать от первого лица, пацаны. Так, фары, спасибо, кто в комментариях писал. Фары включаются на L. Так, я забыл в настройках сделать, чтобы было слышно звук. Сейчас должно быть все нормально, в принципе. Я стянул игру и настроил там бодиками, чтобы вам было слышно звук игры. Я думаю, будет нормально слышно, поэтому извиняюсь, забыл об этой фиче, что нужно вы там поставить, чтобы было слышно звуки игры. Давайте рейсик сделаем, в принципе, вам покажу, как здесь и что вообще происходит. Да, у меня до сих пор, в принципе, нету денег ни на машину, ни на квартиру. Блин, была бы у меня хоть какая-то машина, пацаны, из серии, просто бы каждый день выходили. Потому что, блин, очень трудно передвигаться пешком, прям очень трудно передвигаться пешком. Как здесь какие-то чуваки у нас бегут, толкают машину, либо что они делают, я на самом деле не понимаю. Постоянно по-разному, в принципе, выпадают на рейсы. Мы просто приезжаем, заезжаем на чекпоинт и едем обратно на стройку. Здесь, в принципе, вообще ничего трудного нету. Будем зарабатывать свои деньги, в принципе. Ну да, мне нужно хотя бы, чтобы у меня было 1400 и все, в принципе. Я смогу себе купить хоть копеечку там и квартиру. И буду счастлив, на самом деле. Потому что, блин, главное это передвигаться нормально по карте. Будем все смотреть, блин, вот только первая тачка появится, пацаны, серички реально будут выходить практически каждый день, потому что смогу нормально передвигаться. А на газоне, блин, да, можно поработать, поездить, но особо никуда ты не уедешь, потому что, ну, это ж работа, это не твоя личная машина, и не очень интересно ездить именно на рабочей машине, там, по карте, рассматривать все и так далее. Я думаю, вы меня понимаете. Также мы можем вот так вот от первого лица поездить. Я, в принципе, ездил от первого лица в основном всю работу, поэтому вот такие вот дела. Можно поворотничек включить. Вот так он выглядит, это поворотничек. Вообще все очень четенько. Вид от первого лица реально шикарный. Так, поворачиваем, в принципе, смотрим назад, чтобы никого не было. Чтобы мы никому не мешали, короче. Это самое главное. Трамвайчики ездят. Ну, работа довольно-таки несложная и немного платит. Но, блин, мне эта работа понравилась тем, чтобы ездить. И, понимаете, таскать ящики. Я работал уже и на шахте, и на заводе. И как бы это не очень классно, на самом деле. Да, там платят довольно-таки больше, вроде бы как. Но это очень скучно. А на грузовике вы катаетесь, смотрите там и так далее. Это довольно-таки интересно. Вы просто едете, ну, как водитель обычно. Я думаю, вы понимаете. Просто потом приезжаете назад. Вот и все. Вот, вы переехали, в принципе, вот, 240 рублей заработал уже. В принципе, по-разному платят. Разные рейсы, грузы и так далее. Я думаю, вы это понимаете. Так, мы подъезжаем, и шлагбаум, если что, сам открывается. Для этой работы нужна категория либо C, либо D. Я точно не помню. Напишите в комментариях, кто точно знает. Так, вот мы приехали уже на завод, в принципе, куда нам нужно выгружаться. Точнее, забирать нам нужно стройматериалы и везти их на стройку. Этот завод вот здесь можно, кстати, и поработать. Да, я здесь работал, здесь довольно-таки неплохо платят, короче. Здесь нужно носить ящик. По-моему, и здесь постоянно процент увеличится, там 10, 20, 30%. 30 это максимально, по-моему. Можем ехать, в принципе, обратно на стройку. Так, вот я, короче, приехал на стройку. Блин, с чуваком не разминулся. Что ты пикаешь? Я заезжал, алё. Вообще какой-то чувак странный, блин. Все, мы приехали, вот, выгружаемся. И все. 760 рублей мы уже заработали буквально, ну, за минут 5. Давайте сейчас я попробую, кстати, поносить эти кирпичи или что там надо было носить. Так, давайте, вот, да, я хочу завершить работу. Все, мы получаем свои деньги. Так, давайте попробуем таскать ящики. Да, это тоже, в принципе, стройка. Здесь нужно таскать ящики, но в этом, думаю, тоже сложно, ничего не будет. Давайте пару раз попробуем. Я еще не пробовал, но давайте посмотрим, сколько хотя бы за один ящик дают. Так, вот там пишет, куда нужно ящик нести, третий этаж. 70 рублей за ящик дадут, но это довольно-таки маловато, кстати, 70 рублей за ящик. Но если здесь будут проценты увеличиваться, в принципе, как и на заводе, то, я думаю, работа довольно-таки неплохая.
Так, все, я сдал работу. Кстати, я играю, если что, на четвертом сервере, смотрите. Вот, четвертый сервер, кстати, какие особенности есть? На первом, на втором и на третьем сервере нету голосового чата. Есть голосовой чат только на четвертом и на пятом. Поэтому все ссылки будут в описании. Можете заходить, играть вместе со мной. В принципе, на четвертом есть голосовой пятый, на пятом, а на первом, втором, третьем нет. Там, в принципе, нужно будет писать все вручную. Здесь вы так не пообщаетесь. Стройка это находится, кстати, смотрите, где. Давайте я вам объясню. Вот верхняя часть карты, в принципе, вот. Получается правая верхняя часть карты, видите, вон там находится достройка, в принципе, не знаю, как в GPS вам найти, я чисто случайно на нее наткнулся, и довольно-таки нормальная работа, мне нравится, всем советую здесь поработать. Ну что ж, буду дальше продолжать развиваться, у меня уже почти второй уровень, осталось всего лишь там немножко опыта и все. Буду копить на машину, кто может подгончик сделать, пацаны, буду очень благодарен, пишите мне в ВК. Все, всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.